Всем пламенный привет, я Осми, и в этом видео я вместе с вами начинаю выживание на анархии. Место для базы я уже нашел, и у меня в инвентаре лежат новые блоки. Это стол кузнеца, коптильня и стол картографа. Я пока не знаю, как они работают, давайте сейчас вместе это и узнаем. Давайте их поставим. А вот так вот, коптильню тоже сюда поставим, и давайте столик. Здесь можно улучшить что-то. Я не знаю, что здесь можно улучшить, ребята. Коптильня здесь можно приготовить мясо, как я думаю. Давайте уголь и возьмем нашу говядину. Узнаем. Ну-ка, ой, не то беру. Ну, так она быстрее готовит. Да, она намного быстрее готовит, и это очень-очень классно. Итак, во, какая анимация, ребята. Какая классная анимация. Прям вообще. Ну-ка, стол картографа. Здесь, походу, можно объединять наши карты. Ну-ка, давайте это и узнаем. Как можно их объединить. Вот где я нахожусь. Я нахожусь прямо над океаном. О, интересно. Клады не помечены, но около меня находятся острова. Маленькие островочки. А как карту объединять-то? Так, вот так вот. И нужна другая карта, походу. А у меня карты одинаковые. И я не могу их объединить, походу. Давайте это узнаем. Положим. Да, я не могу их объединить, ребята. Нужна другая карта. И тогда получится у нас мега большая карта. Ну что? Как это быстро, ребята? В печке это бы переплавлялось бы очень долго. Да, здесь угля у меня больше. Надо будет уголь положить. Итак, поровну сделаем. Вот так вот сделаем поровну. Да, это выживание обещает быть очень интересным, так как здесь очень много новых блоков и вещей. В том числе и мобы. Это пчелы, дельфины, черепахи и так далее. Так, что же у меня еще есть, что я хотел вам показать? Итак, давайте ЕЦ напишем. Все ценные вещи находятся у меня здесь. Это бамбук, это колокол, это золотое яблоко и самое главное, это плачущий обсидиан. Текстура такая у него замечательная, прям вообще глаза радуются. Итак, что нового? Это обтесанные деревья, обтесанные бревна и, конечно же, компостница. А благодаря компостнице мы быстрее будем выращивать наш урожай. Итак, вот что я еще нашел. Это я нашел в данже с порталом. По пути я находил очень интересные постройки. Это аванпост разбойников, это деревни. Так, что же я еще находил? И как раз данж с порталом. Это очень интересный данж. Очень много всего нашел. Так, давайте ЕЦ. Колокол это, конечно, очень самое важное. И вот наши знамена. Их сделать никак нельзя, так что они очень редкие. Итак, давайте посмотрим, что на Ахе. И в этой серии я планирую сделать... Нифига себе, вот эта цена, миллиард. Больше миллиарда. Вот это более адекватная цена. Молодец, пацан, молодец. О, также продаются. Флаг зловещий, как у нас есть, он очень редкий. Поэтому такая цена. Очень много бамбука, ребята. Как они столько бамбука добыли? Они, видно, нашли лес бамбуковый. И там весь бамбук ободрали. Но молодцы, молодцы. Все для продажи, молодцы. Поддерживаю вас, так сказать. О, колокол тоже продается. Колокол. Очень много колоколов. Колоколов. Итак, давайте поспим. А мы уже поспали. Вот. И здесь были алмазы. Давайте вместе их добудем. Итак, добываем алмазы. Только два... А, нет, еще два. Замечательно. Я думал, только два алмаза здесь будет. Итак, давайте это закроем. Так. Или можно сделать еще одну комнату. Давайте так и поступим. Сделаем еще одну комнату. Эта комната будет под посевы. Здесь будет наш урожай. Итак, давайте сделаем ее побольше, чем вот эти комнаты все мои. Чтобы здесь уместилось очень много грядок. И, конечно же, наши компостницы. Которые нам очень помогут в нашем урожае. Получении нашего урожая.
Итак, давайте еще больше комнату сделаем. Даже можно еще на два блока сделать. Итак, давайте осветим эту комнату. А вот так вот. И мне кажется, даже еще ее больше надо сделать. Тут еще мой регион, да, действует. Ага. Так, увеличиваем еще. Еще дальше. А вот так вот, еще на два блока, походу, увеличим, да, и все. А вот так вот. Вот, все, пойдет вот так. Больше увеличивать я не буду. Так, доломаем. И нам нужна земля, а землю никто не продает, как мне кажется. И у меня тоже нету земли. Так, на ЕЦ у меня тоже ее, увы, нету. Надо будет написать RTP и добыть нашу землю. Блин, что я пишу, что я пишу, что я делаю? Итак, давайте доделаем эту комнату. Доделаем эту комнату и посадим наш урожай. Чтобы не умереть с голоду. И, конечно же, ради денег. Его можно будет продавать и получать за это немалые деньги. Мы будем выживать только за счет этого. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Уголь, уголь. Уголь мы добудем потом или не стоит его добывать, потому что там находится вода надо мной. И я боюсь, что она зальет наш урожай будущий. О, железо, это замечательно, железо всегда пригодится, и давайте еще на один блок, что ли. А вот так вот, и все. Так, и нам нужна земля теперь. Теперь нам нужна земля. Так, и ведра. Да, надо еще сделать наши ведра, чтобы добыть воды. На всякий возьмем нашу булыгу. Вдруг мы где-то застрянем. Вдруг мы где-то застрянем. Так, у меня больше ничего нет, да. Ищу безопасное место, ожидайте. Итак, мы оказались в безопасном месте, но здесь нету воды. И земля какая-то здесь каменистая. Она нам не подойдет, походу, да, для посадки. Для посадки она точно не подходит, я знаю. Нам нужна другая земля. Да, нам, конечно, с местом не повезло. О, вот она. Нормальная, наконец, земля. Побольше наберем ее. Лопату я не сделал. Ну, забыл. Ну, ладно. Опа-на, ребята, ягоды. Ягоды нашли. Блин, надо было взять еще и ножницы. Но я совсем не думал, что здесь я найду ягоды. Наберем их так. И дома можно будет их также посадить. Алису я почему-то не вижу. Ягоды еще и дамажат меня. О-хо-хо. Вечереет уже. Давайте сделаем, может, день для удобства. Птайм. Напишем, установим утро. Вот так вот, замечательно. Коровка, не мешайся мне. У меня еще очень много дел. Не мешай, говорю. Так, набираем нашу землю. Набираем, давайте наберем стак, наверное. Стака будет, мне кажется, достаточно уж. Воду я, увы, нигде не вижу. Итак, давайте, может, RTP нам уже доступно. Ищу безопасное место. Ожидайте, мы... Да что за досада, мы оказались в этом же месте почти. Тут очень много ягоды. Давайте ягоду хотя бы наберем. Хотя бы ягоды набрать бы. О. Поле. И, возможно, здесь также будут и пчелы. Ай, мы опять вылетели, ребята. Говорю, недавно был вайп, и из-за этого не все проблемы пофиксили. И из-за этого мы так с вами будем вылетать. Очень часто, я думаю. Ну ничего. Мы выполним нашу цель. Сделаем наш огород. Итак, мы зашли... Ай-яй-яй, что-то у меня карта не прогрузилась почему-то, ребята. Не полностью. Так, давайте также день, блин, делаем. Пишем одно и то же каждый раз. Да, не весело, конечно, очень. Где вода? Нам нужна вода. Во, наконец-то, ребят, наконец-то вода. Наконец-то мы ее нашли. И набрали очень много вкусных ягод. Я надеюсь, они вкусные. Дома обязательно их надо будет посадить. И также их можно будет продавать нам. Так, все ягоды набрали, замечательно, и пишем home.
Это что такое, ребята? Это что такое? Моя точка дома полетела. Давайте напишем гэхом, что ли. Мне надо ждать определенное время, ребят. Это не весело. Это не весело. Итак, я оказался в моем доме, и нам надо сделать источник воды. Давайте этим и займемся. Источник у нас будет находиться в этом месте. Итак, одно и второе ведро готово. Вот так вот. И давайте наберем эти ведра. Итак, землю я набрал. Это ровно стак. Надеюсь, этого будет достаточно. Надеюсь, этого хватит нам. Давайте сделаем вот так вот. Эту тропинку мы, пожалуй, оставим. Пусть будет. Пусть будет. И да, у нас даже осталась даже лишняя земля. Ну, она нам тоже пригодится по-любому. Вода ровно посередине. И давайте посадим наш урожай. А где наша картошка или морковка? Давайте лучше картофель, потому что его можно пожарить. И это очень достойная такая еда. Так, садим нашу морковку. Все пока объединим. Все пока будет объединенное. Вот так вот. Больше у меня нет уже. Итак, давайте вот эти тоже намокайте. И будем дожидаться нашего урожая. Когда он у нас поспеет, наконец. Ну что, нормальная очень комната получилась. Здесь... Так, здесь, да, приват у нас есть. Это замечательно. Так, а дальше приват есть, мне прям интересно. Так, здесь есть. Замечательно. А, здесь тоже есть. А, нету. Здесь уже нету привата у нас. А здесь есть он, да? Замечательно. Эту стену, значит, они не разрушат. Так, что я могу сделать-то еще? А, давайте еще одну комнату, что ли, сделаем. А, где она будет находиться у нас, эта комната наша? Давайте... Ай-яй-яй-яй-яй, у нас лава здесь, оказывается, еще есть. Ха-ха. Вот это да, вот это новость для меня. Я не думал, что здесь есть еще лава. А, где же еще комнату мне сделать? Ребят, давайте лучше уберем этот костер. Ай. Он еще и дамажит меня. Он еще меня и дамажит. Давайте вот так сделаем. Здесь еще одну комнату сделаем. И ее мы быстро приспособим. Так, и что же можно сделать в этой комнате? Отдельно комнату для печек может сделать. Или для чего можно еще сделать? Я не знаю. Так, вот такая вот мини-комнатка у нас. Надеюсь, приваты... Да. Да, приват здесь есть, тоже присутствует. Замечательно. Эту комнату никто не разрушает. Итак, что же здесь можно поставить? А, я забыл еще... Я забыл еще компостницу поставить. Вот это я даю. Вот это я даю, конечно. Я забыл поставить нашу компостницу. Вот так вот поставим ее. И нам надо что-то туда накидать. Давайте вот эти накидаем. Семена пшеницы. Давайте еще что-то кинем. А, что еще можно кинуть? Так. А плоть можно кинуть или нельзя? Ну-ка, плоть можно кинуть? А, нельзя ее кидать. Нельзя, блин. Я надеялся, что ее можно кидать в наш компостер. Но оказывается, это не так. Пшеницы у меня много. Еще очень много. Так что... Ну-ка. Да, можно пшеницу положить. Вот это да. Почти заполнилась наша компостница. И урожай наш будет поспевать намного быстрее, я так думаю. Но пока что-то незаметно. Перемен... Пока что почему-то ничего так и не заметно. Ну, так, эту комнату мы сделали, и я пока не знаю, что сюда можно поместить. Я пока не знаю, что можно. Так, кожа, мы книги можем сделать и книжные полки, но у меня очень мало кожи. Я думаю, нам этого не хватит, и придется еще идти и убивать наших животных для нашей кожи. Так, здесь ничего больше нету в нашей печке. Можно сделать арбалет даже. Вот это да. Вот это да. Мишень. Вот это классно, конечно. О, фонарь. Давайте фонарь сделаем, что ли. Хоть что-то новенькое у нас будет. Так, одно железо и
факел. А факел я сделаю сейчас. Факел я сейчас и сделаю. Так, факел. Так, факел убираем. Железо. А вот так вот. Опоясываем наш факел. И наш фонарь готов. Замечательно. А вот так вот. Как это классно смотрится, ребята. Как это классно смотрится фонарь. Вообще. Освещает он нормально. Нормально освещает, я вам скажу. Ну, я думаю, на этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.